командир слушаем. Не Митька Шишка? Да ну! Погоди. Да не может быть! Саксян, ты что ли? А ну! Да ладно, жив! Как ты здесь? Какими судьбами-то? Ну-ка, дай я тебе смотрю. Это что такое? Я не понял. Это что за борода? Как это? Не по уставу, я не понял. Вынужденная мера. Что значит вынужденная мера? Разведка. А, нет, ну тогда, да, конечно. Я ж здесь не один. В смысле? Я с Патрикеевым, с Бобезнем. Так садись сюда, что стоишь? Сейчас визну. Ну, давай, давай. Уйди! Когда мы были на войне, только жудей.